Я всех приветствую. Я продолжаю проходить одиночные миссии в Operation Flashpoint, и на этот раз у нас будет миссия под названием «Зачистка 2». То бишь, зачистка, часть 2. Так, чем? Делаем, в общем-то. Подбираем. Берем, значит, вот такой вот борчик. И, конечно же, зачем им ПНВ? Вот, лучше мне дать. Так. У этого, значит, будет... В принципе, вот эти вещи очень даже неплохо смотрятся. Так что... Конечно, можно и пулеметик взять, и снайперскую винтовку, и там, и гранат, но... Все-таки это зачистка, это будет тихо. Надеюсь, тихо. Так, в этот... В отличие от прошлой миссии, врагов будет в 5 раз больше, а союзников будет в 2 раза меньше. Ну, думаю, мы справимся. Так, в общем-то, приближаемся к городу. Так, будем. Цели к цели идти. Так, я начал так. Вот они, красавцы. Пусть они пока что идут потихонечку к центру, а мы займемся врагом, который точно находится между этими зданиями, как я припоминаю. Одиночным выстрелом в голову мы его уничтожаем. Интересная миссия тем, что здесь всегда разнообразные спавны. Как издевательство. Я даже не могу посмотреть, а льбы. Бинокль. Ну, к сожалению, на этом. Так, ну, в общем-то, потихонечку их убиваем. БМПшка, кстати, где-то там будет. Очень, конечно, сложно тут. Понятно. Все, шумим по полной программе. Где там наши чувачки? Отлично, все. Так, тихо. Предохранитель-то зачем нужен? Никак не могу понять, на каком расстоянии находится. Отлично. Да что это такое? Что это, они бегут? Бегут из города? Бегите. Боже, это просто пулемет. Нет, ну мы просто развалим кабинет, но это не так по-другому называется.
Так, сливаем патроны. И у меня кончаются патроны. Вот зачем нужно было больше патронов брать. Потому что... Очень быстро кончается патрон. Сейчас возьмем калашников. Отлично, пока что все. В него не стрелял, мог попасть в труп. Бегут они. Причем по горизонту бегут, и их очень легко заметить. А мы это уже пришли, главное. Четко, четко действует. В общем-то, заходите в город, начинают всех убивать. Я даже не знаю, как еще можно прокомментировать прохождение этой миссии. Там уже зависит от ваших умений. Палаточки обязательно проверяем. У них может быть находиться кто-нибудь. Находиться может. Может пробовать прострелить. Не получилось. Сейчас посмотрим. Ах, там еще есть какой-то лагерь. Совсем забыл. Ну прекрасно, вот так замечательно я эту миссию ни разу в жизни не проходил. Встаем, ребята. Заходим, убиваем. Все прекрасно. Ползаем, самое главное, ползаем. Когда мы ползаем, мы вообще невидимые, можно считать. Отлично.
Блин. Микрофон, кстати, немножко будет издавать неприятный шум, поэтому потерпите уж. Он у меня немного сломался. Погнали! Замечательно. Прекрасно. Вот и все, миссия завершена.